Серьезный настрой и полная боевая готовность. Вес каждой из этих гирь 24 килограмма. Задача атлета — поднять снаряд над головой как можно больше раз. На выполнение дается 6 минут. Таков регламент одной из 12 дисциплин, представленных на этих соревнованиях. Проверить себя в высокогорных микрах приехали силачи из разных уголков Дагестана. На помост вышли как юноши, так и взрослые. Гиревой спорт издавна считается народным, поэтому в соревнованиях могли принять участие и любители. Конечно, этот фестиваль будет проводиться ежегодно, потому что начало, фундамент заложен именно в микрахе. Микрах является, в истории останется как село, проведенный первый фестиваль гиревого спорта в Республике Дагестан. Эмоции победы, неудач, сорванные мозоли — и все это под палящим солнцем. Фестиваль в живописном Дагуспаринском районе призван повысить популяризацию гиревого спорта, а также отвлечь молодежь от пагубных привычек. Организаторы ставили перед собой целью — это в первую очередь объединение молодежи и выявление физических их возможностей. И также, чтобы подобные мероприятия, они послужили профилактикой экстремизма, асоциальных проявлений, особенно в молодежной и подростковой среде. А в подобных мероприятиях, принимая участие, они проявляют себя и физически, и объединяются друг с другом, знакомятся. Вот это у нас проводится первый раз в такой фестиваль в республике. По итогам турнира самыми сильными признаны гиревики из Сулейманстальского района. Вслед за ними идут атлеты из Дагуспаринского и Дербентского районов. Следующим стартом для победителей станет фестиваль национальных видов спорта. Он пройдет 10 июля в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Дагуспаринский район.